Всем привет! Вы снова на канале Минской правды, и снова мы окунаемся в закулисье моды и стиля. Мужчины и женщины каждый день ходят с различными сумками, портмоне, саквояжами, на работу, учебу, просто на прогулку. Но мы никогда не задумывались, какой бренд можно назвать самым известным в мире и какой бренд считается лучшим в нашей стране. Давайте обсудим. Я, Маргарита Юзефович, расскажу об истории создания великих брендов. И сегодня мы рассмотрим два известных бренда сумок, а именно сумки Galanteye белорусского производства и Birkin от французского производителя Hermès.